Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги, партнеры. Поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате, если меня видно и слышно. Вот. Можем с вами сделать следующий ход, так как нас очень много в комнате, можем сейчас доступ в комнату закрыть. Ну и, по сути дела, устроить такой небольшой между собойчик, да, в котором поговорим о компании Skyway Capital, о возможности, которые она предлагает, предварительно поговорив о технологии, разработанной Анатолием Эдуардовичем Юницким. Вот. Спасибо, что поставили плюсы, что слышно, видно меня хорошо. Если напишите свои города, то я вижу, вот, например, Сырья у нас из Туймазы, это Башкортостан. Там есть нефтеперерабатывающий комбинат, насколько мне известно. Да? Откуда еще, из каких городов? Людмила из Днепропетровска, по всей видимости. Вот, кстати, сотрудники нашей компании передают привет жителям Туймазы, вот, Башкирии в целом, потому что у нас есть выходцы с вашей республики. Так, Новосибирск, приветствуем, скажем так, город академиков на реке Обь. Не был еще в ваших краях. Возможно, когда-нибудь и сложится, если, например, будет проходить какое-то крупное мероприятие в городе Новосибирске, какая-нибудь конференция, крупная городская презентация. Если пригласят, с удовольствием приеду в ваши края. Вот. Так, Ирбит, Средний Урал. Отлично. Итак, коллеги, Владикавказ тоже приветствуем. Столицу Северной Осетии, Алания. Вот. И надеемся, что скоро ваша футбольная команда, скажем так, снова вернется в высший футбольный дивизион Российской Федерации. Вот. Возможно, господин Газаев в этом примет активное участие. Он когда-то помог команде, за которую я болею, называется она ЦСКА Москва. Несколько раз они становились чемпионами с ним. Я думаю, то же самое должно случиться и с командой из Владикавказа. Итак, коллеги, давайте перейдем от спорта, да, до конкретно нашего мероприятия. Вебинар будет из двух частей. Я постараюсь его провести, ну, достаточно динамично и быстро. Да, не буду испытывать ваше терпение. Вот. Мы поговорим с вами сначала о технологии, которую разработал Анатолий Эдуардович Юницкий. Посмотрите несколько видеороликов. Свежий ролик посмотрите, да, касаемо непосредственно технологии, то есть что у нас происходит сегодня. В то дело, в которое вы вложили деньги, стали инвесторами нашего проекта. Вот. И потом поговорим о предложении компании Skyway Capital. Итак, коллеги, компания Skyway Capital буквально осталось пару недель, да, почти, уже чуть меньше, до того дня, как компания Skyway Capital вышла на мировой инвестиционный рынок и осуществляет деятельность по привлечению инвестиций в реализацию технологий, разработанной Анатолием Эдуардовичем Юницким. Компания зарегистрирована в Великобритании под полным названием First Skyway Invest Group. Номер здесь есть на слайде, можете себе записать, можете его запомнить, если у вас с памятью все в порядке. Там всего 8 цифр. Выйти на сайт официального регистратора Великобритании и прочитать информацию по компании Skyway Capital. Кстати, приветствую Северодвинск, Архангельскую область, потому что сам родился в Архангельской области. Вот, бывал на Яграх, купался в Белом море. Вот, очень люблю, у меня там большое количество родственников в Архангельской области, в самом городе, в Архангельске. Поэтому приветствую вас на нашем вебинаре. Итак, компания является официальным партнером группы компании Skyway по привлечению инвестиций. То есть наша цель... Мы финансируем строительство демонстрационно-сертификационного участка, сегодня это называется экотехнопарк, на территории Республики Беларусь. У нас сегодня все основные события связаны с технологией, с новым видом транспорта, который начал разрабатывать еще в прошлом столетии Анатолий Эдуардович Юницкий, связано с Республикой Беларусь. Компания своей деятельностью способствует выводу нового инновационного транспорта на мировой рынок. И, что очень важно, мы в свое время, в прошлом году, переняли опыт корневой компании и работаем по методике краудинвестинга либо народного инвестирования. То есть после, скажем так, целой череды событий, после огромного количества переговоров с чиновниками различного уровня, с людьми мира бизнеса, да, Анатолий Эдуардович принял решение привлечь к инвестированию в свою технологию простых людей, физических лиц и предоставить им отличную возможность в дальнейшем стать, скажем так, финансово независимыми, успешными людьми, благодаря тому, что они тоже становятся владельцами данной технологии. Мы об этом с вами сейчас еще поговорим. Итак, это четыре основные позиции касаемо компании Skyway Capital. А человек, который начал разрабатывать данную технологию, которая, кстати, затрагивает не только транспортную отрасль, да, раз уж мы все время говорим о транспорте, при помощи струнных технологий, это именно так сейчас называется, можно строить и возводить жилые дома, как высотные, так и коттеджного типа. Да. При помощи струнных технологий можно строить мосты, через реки, через какие-либо водные преграды. Это экономит огромное количество, скажем так, строительных материалов, денежных средств.
и делает данное сооружение намного надежнее. Да? Как минимум в 2-2,5 раза возрастает срок службы данных сооружений. Это взлетно-посадочные полосы аэропортов и аэродромов, это струнные порты, которые, скажем, позволяют строить эти сооружения, вынося их в акваторию моря, океана, либо какого-то большого озера, да, и опять же это приводит к тому, что экономится огромное количество денежных средств, по крайней мере, не нужно обустраивать береговую линию, выкапывать фарватер и так далее, и так далее. Все это благодаря технологии, которую разработал Анатолий Дорчевницкий. Этот человек является, на то время, когда он начал разрабатывать свою технологию, он был гражданином Советского Союза, то есть его можно назвать советским, белорусским, российским предпринимателем, ученым, изобретателем. За время развития и внедрения своей технологии он руководил 2 проектами Организации Объединенных Наций, то есть данная структура выделяла денежные средства на развитие технологии, ее внедрение и реализацию того, что придумал Анатолий Дорчевницкий. Он стал членом Федерации космонавтики СССР в 80-х годах 20 века, еще прошлого тысячелетия, да, получается. Вот. У него более 140 изобретений, несколько десятков из которых сегодня уже реализованы на практике и в сельском хозяйстве, и в целом ряде направлений развития промышленности. У него 18 монографий есть, он является автором этих монографий, и более 200 различных научных работ. Со всем этим вы можете познакомиться на сайте Анатолия Эдуардовича Юницкого, www.yunitsky.com. То есть там огромное количество информации, техническое, экономическое, там есть большое количество видеоматериалов, там есть государственные контракты, которые были заключены одним из предприятий Анатолия Эдуардовича Юницкого на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. И прежде чем вам кратко рассказать про историю развития технологии, я все-таки хочу включить ролик, который продемонстрирует вам, что из себя представляет технология Transnet. Да, Transnet – это новый вид мировой паутины, как мы его называем. Это следующий шаг в развитии той самой мировой паутины, потому что интернет, IT-технологии, то, что мы сегодня называем IT, международной паутиной, да, мировой паутиной, всемирной паутиной. Вот. А Transnet – это всемирная паутина перемещения грузов и людей, либо передвижения грузов и людей, которая в себя будет включать все преимущества IT-технологий, которые мы сегодня используем. И, кстати, внедрение технологий интернета, я думаю, вы все со мной согласитесь, очень круто изменило жизнь мира в целом. Да? Потому что сегодня мы делаем огромное количество вещей, которые 15-20 лет назад были просто человечеству недоступны. Даже вот такое проведение мероприятий, когда я нахожусь в Москве, а вы находитесь и в Северодвинске, и в Башкирии, да, и на Украине, и в других городах, это позволяет нам сделать технологии интернета, ну и огромное количество устройств, которые появились с приходом в нашу жизнь эры интернета. Итак, коллеги, 2-минутный ролик о технологии Transnet, что из себя представляют эти дороги небесные, да, какие у них преимущества по сравнению с огромным количеством, точнее не с большим, но по крайней мере с теми 4-5 технологиями, которые мы используем в направлении транспортной сферы, да.
Итак, друзья, ролик простой, ролик всего 2 минуты, но я думаю, наглядно показал, что из себя представляет данная технология, и, по сути дела, в этом же ролике рассказаны основные преимущества данной технологии по сравнению со всеми теми, которые мы используем сегодня в нашей повседневной жизни. На данном слайде вы видите 4 этапа развития технологии, то есть мы сегодня находимся на 4-м этапе. Условно это можно разбить, да, вот на эти важные этапы. Первый из них был в конце 70-х годов, посередину 90-х, когда была первая заявка на изобретение подана. Было получено признание струнных технологий как раз-таки Федерации космонавтики СССР. Первая научно-практическая конференция, прошедшая на территории Республики Беларусь в 80-х годах. Вот. Грант Советского фонда мира был выделен на данную технологию. И, по сути дела, были опубликованы первые научные публикации в целом ряде, скажем так, научных изданий. Второй этап. С 95 по 2000 год. У Анатолия Эдуардовича появилась своя научная школа. Он продемонстрировал действующие физические модели. Было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе, в первую очередь высокоскоростного Skyway, да, по приданию обтекаемой формы на высоких скоростях, чтобы уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления, ну, снизить его максимально. Именно в это время был получен первый грант на развитие данной технологии внедрения от Организации Объединенных Наций. Эксперты дали свое заключение и дали понять, что есть смысл сюда вкладывать деньги. И, по сути дела, была разработана, да, то есть технология первого поколения струнных дорог. Третий этап, очень важный этап в развитии технологий, потому что именно в это время, с 2001 по 2009 год, у нашего генерального конструктора, у нашего президента группы компании Skyway был свой собственный демонстрационный сертификационный участок в подмосковном городе Озеры. Планировалось от этого участка до Москвы построить дорогу, по которой бы, скажем так, жители тех же города Озер могли бы быстро добираться до города Москва. Вот. В это время, по сути дела, было проведено большое количество испытаний на данном участке, было отработан целый ряд методик, причем, скажем так, как в летнее, так и в зимнее время. Например, намораживалось там до 5 сантиметров слой льда, и вот ЗИЛ-131, который вы видите сейчас на экране, легко взбирался по струнной эстакаде, выдавливая этот лед, то есть лед не является препятствием для передвижения струнного транспорта. Нам иногда задают такие вопросы. Именно в это время были заключены целый ряд государственных контрактов на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. Они перечислены здесь на слайде. Это Ханты-Мансийский автономный округ, это Хабаровский край, это Ульяновская городская администрация вела активную работу в этом направлении. Губернатор Ульяновской области представил данную технологию на госсовете, на котором присутствовали все губернаторы всех, скажем так, российских регионов, министры профильных министерств, касаемо транспорта в том числе. Президенту Российской Федерации на то время им был Дмитрий Анатольевич Медведев. То есть данная технология была предложена на этом госсовете, что это русский прорыв, что ее нужно реализовывать, и мы тогда в транспортной сфере обгоним весь земной шар. По-разному реагировали на данное предложение, находящиеся на данном госсовете губернаторы и министры. Вы, в принципе, на том же сайте Юницкого можете найти легко эту запись. Был прямой эфир, то есть данный, скажем так, госсовет демонстрировался на всю страну на канале Вести 24. Вот. И вы этот ролик тоже можете найти, где Медведев говорит, да, это что самое что ни на есть инновация, нужно внедрять данную технологию, но вот денег как бы так, проблемы, как раз таки вы помните, да, кризис 2008 года и так далее, и так далее. Но было принято решение выделить все-таки сумму порядка миллиарда рублей, и в планах было развивать данную технологию в Ульяновской области. К сожалению, после госсовета, после того, как было решено деньги кидать, полигон в Озерах буквально там за день, за два разобрали, и следа не осталось от того, что было на подмосковном полигоне у Анатолия Эдуардовича Юницкого. Вот. Важно, что он не опустил руки. Важно, что Анатолий Эдуардович Юницкий продолжал работу над развитием технологии. И сегодня мы имеем то, что имеем. Об этом мы еще тоже впереди немножко поговорим. А вам я хочу сейчас включить ролик, который продемонстрирует, что данная технология – это не что-то там за семью замками, да? Что она была продемонстрирована миру. То, что об этой технологии говорилось не раз в новостных передачах различных телевизионных каналов, как центральных, так и региональных. И то, что, скажем так, данную технологию увидело большое количество людей и специалистов, скажем, из сферы транспорта. Большое количество международных делегаций посещали подмосковный полигон в городе Озеры, да, и видели, что из себя представляет технология. И многие, скажем так, зависли в режиме ожидания, потому что технология им понравилась. Теперь они ждали сертификации. И, в принципе, мы сейчас двигаемся к тому, чтобы еще раз продемонстрировать, что из себя представляет транспорт. Потому что в Беларуси у нас не прекращаются работы, ежедневно они проводятся по строительству демонстрационного участка. Итак, короткий ролик про то, что у Анатолия Эдуардовича Юницкого был свой полигон, что технология была продемонстрирована, опять дальше будем с вами двигаться по информации нашего вебинара.
Итак, друзья, вы видели ролик, который продемонстрировал, что Анатолий Эдуардович Юницкий проводил испытания на полигоне в подмосковном городе Озеры. То, что данной технологии знают, скажем так, не понаслышке, и долгое время, пока существовал полигон в подмосковном городе Озеры, информация давалась и на центральных каналах телевидения в том числе. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Важно, что Юницкий не опустил руки, да, продолжал вести переговоры с чиновниками, с людьми мира бизнеса. К сожалению, переговоры приводили, как правило, ни к чему. Чиновники ждали команды сверху, ее не поступало, да, а бизнесмены, как правило, в лучшем случае доходили до того состояния, что говорили, давай я тебе технологию куплю, дам тебе там сколько-то миллионов, вот, и дальше буду сам заниматься реализацией. Мы сегодня находимся на четвертом этапе развития технологии. Было принято решение, кстати, в 2013 году оценить интеллектуальную собственность генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого. Она была оценена в 400 миллиардов долларов США независимыми европейскими компаниями и агентствами, которые имеют на это лицензию. Да? И на основании данной суммы, на основании интеллектуальной собственности, было зарегистрировано предприятие на территории республики, на территории Великобритании, и было принято решение начать двигаться по системе краудинвестинга, то есть на выгодных условиях Анатолий Эдуардович Юницкий делится своей собственностью с любым человеком, который принимает решение выделить какую-либо сумму денежных средств на внедрение данной технологии. И в дальнейшем этот человек будет иметь очень серьезный уровень дохода. Вот что было сделано, скажем так, за эти четыре этапа. Сегодня, как я говорил, мы продолжаем находиться на четвертом этапе развития технологии. И у группы компании Skyway на сегодняшний день с 2014 по 2017 год, да, вот, которые сейчас идут, мы сегодня уже в 2016 году, существует 15-этапный план реализации данной технологии, внедрения данной технологии. То есть нам нужно сделать что? Построить экотехнопарк на территории Республики Беларусь, это так сейчас называется, продемонстрировать возможности транспорта еще раз, показать заинтересованным лицам, что он из себя представляет, доказать еще раз, да, что вот смотрите, это все работает, засертифицировать данный вид транспорта и уже в адресных проектах реализовать технологии, которые в дальнейшем начнут приносить прибыль, и, соответственно, те люди, которые стали сегодня совладельцами пакетов долей компании, в дальнейшем будут получать очень серьезный уровень дохода. Кто-то, может быть, даже захочет эти акции продать. То есть четыре этапа развития технологий мы с вами посмотрели. На данном слайде вы видите структуры, которые давали свои экспертные оценки, заключения, когда у Юницкого был свой собственный полигон в Озерах. Это Институт проблем транспорта Российской академии наук, Министерство экономики и транспорта, Российская инженерная академия, Петербургский госуниверситет путей сообщения. Про ООН мы с вами уже говорили. Было получено более 40 патентов на ноу-хау, который Юницкий использует в данной технологии. И на различных международных выставках, форумах было получено более 30 различных международных дипломов и наград. Одна из наград – это премия «Золотая колесница» в номинации «Проект года в транспортной отрасли». Находится у нас здесь в офисе в Москве. Вторая находится в Минске, там, где у нас находится научно-производственное предприятие. Любой человек, любой инвестор может приехать нам в офис в Москву, предварительно созвонившись с менеджерами отдела информационной поддержки, и убедиться лично, посмотреть, потрогать. Тяжелая такая колесница, красивая. Кстати, на сайте Анатолия Эдуардовича Юницкого, на нашем сайте Skyway Capital, вы можете найти фотографию, где эта премия показана. На данном слайде перечислены преимущества данной технологии по сравнению со всеми теми транспортными технологиями, которые мы используем сегодня. Вы знаете, их много, здесь перечислены основные. Если подробно на каждой из них останавливаться, то это займет огромное количество времени. Я вам всем рекомендую сделать следующий шаг. Буквально сегодня в разделе новостей на сайте Skyway Capital, на сайте RSV System, разместили новость по информации о том, что о струнном транспорте говорится на крупном портале, который называется «Мир». Сейчас, по памяти. В общем, я вам рекомендую зайти в раздел новостей, да, и пройти по ссылке, почитать на портале «Мир знаний», так называется этот портал, и там подробная статья с хорошими рисунками и рассказывается о преимуществах данной технологии, что проделано. Поэтому, как я говорил, информация о нашей технологии с каждым днем расходится все шире и шире. И последняя новость, то, что активно ведутся работы, например, по реализации данной технологии на территории континента Австралии. Я думаю, вы знаете, да, что есть такой континент, страна, там, где прыгают сумчатые животные, и в другом месте нигде нет. Люди там не сумчатые, потому что они туда в основном заехали, скажем так, с территории Европы. Вот. Ну и там были местные племена, они наконец-то подружились. И там сейчас серьезно ведутся работы по поводу того, чтобы реализовать данную технологию именно на территории Австралии. Этим занимается Род Хук, человек, который уже реализовал не один крупный инфраструктурный проект на территории австралийского континента на сумму свыше 10 миллиардов долларов США. Эти люди взялись серьезно за технологию Юницкого, приезжали на переговоры в Минск. Кстати, вот здесь один из ключевых моментов как раз-таки прописан, то, что в сентябре месяце были проведены переговоры с австралийской делегацией.
которая уехала с твердым намерением реализовывать данный проект на территории австралийского континента. Но хочу сделать еще очень важное, не замечание, как вам правильно сказать, важная новость 2014 года, да, то, что вот в мае 2014 года, буквально через 5 месяцев, да, после того, даже через 4 месяца, после того, как начались первые инвестиции, пошли в наш проект, а это случилось в конце января 2014 года, в городе Минске было открыто наше научное производственное предприятие. То есть появились первые люди, первый конструкторский персонал. Сегодня уже более сотни людей трудятся над реализацией данной технологии. Сегодня ежедневно осуществляется авторский контроль как на территории экотехнопарка, да, так и на тех предприятиях, которые на сегодняшний день занимаются производством необходимого оборудования, необходимых материалов для строительства экотехнопарка. Сейчас я вам хочу показать, что из себя представляет экотехнопарк, то есть то, что мы сегодня делаем, то, что мы сегодня строим, куда мы сегодня привлекаем денежные средства. Вот, вы увидите отличие между тем, что было в 10-х годах нашего тысячелетия на территории озер, да, Подмосковье, и то, что строится сегодня в Минске. Потому что речь сегодня идет о четвертом поколении технологии, там, по сути дела, была отработка второго поколения технологии. И если сравнивать, то это, по сути дела, первые, скажем так, самолеты-этажерки, где сидело два человека, помните, там в шлеме, с очками, вот, это как бы конец гражданской войны, наверное, да, которая была на территории Российской Федерации, либо Первой мировой, и современными лайнерами. Поэтому давайте мы посмотрим ролик, что такое из себя представляет сегодня экотехнопарк. Для того, чтобы продемонстрировать потенциальным заказчикам экотехнопарк, группа компаний SkyWay пришла к системе целевого проектного финансирования. То есть в ролике вы видели, да, что мы сегодня строим, на что, скажем так, расходуются средства. Я знаю, что люди, которые стали инвесторами еще в январе-феврале 2014 года, нам часто задавали вопросы, а что все-таки сделано, да? Какие шаги предприняты, на что пошли наши денежные средства и так далее, так далее, так далее. На вопрос о новости на каком сайте, в разделе новостей про строительство экотехнопарка, про то, что, скажем так, информация на сайте Мир Знаний размещена про нашу технологию, есть как на сайте РСВ, так и на сайте SkyWay Capital. Итак, коллеги, на данном слайде вы видите основные ключевые моменты по 2015 году, начиная с января месяца с определения участка, за который мы стали бороться, да, в течение полугода, скажем так, велись работы в направлении, чтобы этот участок был за нами закреплен.
В июне месяце произошел, скажем так, аукцион 22 числа, и было подтверждено, что данный участок в Минской области на территории Пуховического района возле города Марьина Горка закрепляется за предприятием «Струнные технологии», которым руководит Анатолий Дарович Юницкий. В конце июня была сделана запись реестра, потом у нас закончилась реструктуризация группы компании Skyway, и мы перерегистрировались на территории Британских Вирджинских островов. С этого момента пакеты акций либо долей компании стали у нас находиться в личном кабинете в долларовом эквиваленте. В июле месяце были проведены подготовительные работы на территории экотехнопарка, а с августа месяца идет активное строительство на территории экотехнопарка. Про австралийскую делегацию я вам уже сказал. И в принципе наша компания продолжает работать не только, скажем так, в направлении строительства, но также и в направлении, скажем так, полного соответствия финансовому рынку, да, инвестиционному рынку. В сентябре месяце был получен международный идентификационный код ценной бумаги, так называемый ISIN. Вы видите его номер. Это процедура, которую проходят все публичные компании, акции которых сегодня котируются на различных биржах. Также осенью 2015 года вместе с Пуховичским райисполкомом компания принимала участие в тендере в программе «Зеленая экономика Республики Беларусь». И часть денежных средств, общая сумма была порядка 5 миллионов евро, выделена на целый ряд проектов. Часть этой суммы была направлена и на наш проект в том числе. В октябре месяце состоялась торжественная закладка нулевого километра дороги Skyway в Минской области на территории экотехнопарка. Прошла конференция, посвященная данному событию, на которой были наши инвесторы, принимавшие участие в акции «Посади дерево» на территории экотехнопарка с именной табличкой. Да? И в ноябре месяце компания пришла к выводу, что нужно запускать новый инвестиционный продукт, который сегодня тоже работает и будет работать, я думаю, еще какое-то количество месяцев, может быть, там год-полтора. Это возможность приобретения пакетов акций нашей компании в рассрочку. Вот. Сейчас я знаю, что многие инвесторы уже воспользуются данной возможностью. В 2016 году у нас планируется продолжить сейчас строительство городской трассы, да, построить вторую анкерную опору для этой дороги, к осени завершить, скажем так, строительство городской системы и пригласить к октябрю месяцу на территорию экотехнопарка представителей правительства, но в первую очередь, наверное, Республики Беларусь, потому что мы на их территории строим экотехнопарк. Возможно, будут представители других государств. Параллельно будет осуществляться строительство грузовой трассы. Да? В последующем, там, это уже, наверное, перейдет на 2017 год, будет продлена трасса 15 километров, 15-километровый участок с целью демонстрации высокоскоростного Skyway. Если говорить именно вот этих трех направлениях, по сути дела, данная транспортная технология затрагивает все сегменты транспортного рынка. Грузовой со скоростью до 150 км в час, городской со скоростью от 50 до 150 км в час и высокоскоростной междугородний международный. До 500 км в час будут двигаться юнибусы по путевой структуре. И что важно отметить, это по сути дела действительно можно назвать замена там, скажем так, средней магистральной авиации. Да? Потому что если будет передвигаться юнибус со скоростью, например, 500 км в час, то по дороге от Москвы до Питера мы будем ехать меньше 2 часов. Комфортно. Причем из центра города в центр города. А не от аэропорта до аэропорта, как летают самолеты. Вроде бы быстро, но мы тратим там от 4 до 6 часов, чтобы добраться. Что еще хотелось бы отметить? То есть, по сути дела, те работы, которые проводятся, нас каждый день приближают к тому моменту, когда мы продемонстрируем, что из себя представляет технология. Еще раз продемонстрируем, да? И начнем заниматься ее сертификацией. Вот. Сейчас я хочу включить короткий ролик, который вам продемонстрирует, что на сегодня, да, делается на территории экотехнопарка, потому что уже ведутся работы, скажем так, связанные со строительством второго этажа анкерной опоры, первой, которая будет совмещена с пассажирским вокзалом. И скажу одно, то, что сегодня закончена, скажем так, установка всех промежуточных опор. Дальше будет уже, скажем так, ферма подводиться, натягиваться струны.
Итак, друзья, то есть свершилось то, что ждали давно. Да? Теперь будут уже работы, связанные непосредственно с натяжкой струн, скажем так, с дальнейшим строительством уже путевой структуры Skyway. Параллельно продолжаются работы по подвижному составу, так что в планах, как я уже говорил, осенью уже продемонстрировать действующий Юнибус в Минской области, в Пуховичском районе. Теперь мы с вами переходим непосредственно к предложению, которое делает сегодня своим инвесторам компания Skyway Capital. Как я вам говорил, компания чуть-чуть меньше года. Мы вышли на рынок 24 февраля 2015 года, была первая презентация. У компании была и есть миссия, которая говорит о том, что мы обеспечиваем финансирование новой мировой системы транспортных сообщений, объединяем в этом ожидания людей всего мира в новой высокоскоростной, комфортной, экологически чистой технологии, транспортной технологии, при этом еще создаем благоприятные условия для реализации потенциала каждого отдельно взятого инвестора, те люди, которые принимают участие в нашем проекте. Основная цель сегодня – привлечь необходимый объем инвестиций. Суммарно это где-то там от 300 до 500 миллионов долларов необходимо для того, чтобы продемонстрировать данную технологию. Да? У нас есть своя задача, мы о ней сейчас тоже поговорим. Привлекаем средства для реализации технологии, которая, как я говорил, называлась «Русский прорыв». Был целый ряд конференций в 2014-2015 году, где лозунгом, девизом этих конференций было, да, то, что технология, разработанная Юницким, называется «Русский прорыв». Мы работаем по системе краудинвестинга, то есть привлекаем денежные средства по мере возможности от людей, различных социальных групп, различного возраста, от людей со всего земного шара, и в итоге способствуем выводу нового инновационного транспорта на мировой рынок. Задачи, которые мы ставим, это привлечение максимального количества инвесторов на основе микрофинансирования. То есть у нас сегодня могут люди, например, из категории студентов приобрести себе небольшой пакет стоимостью $15 США, это немногим более 1000 рублей, и уже стать владельцем небольшой доли компании. В дальнейшем этот пакет можно купить еще раз и еще раз, тем самым увеличивая портфель инвестиций в нашем проекте. На выходе в 2017 году предположительно каждая отдельно взятая акция либо доля компании будет стоить $1 США. То есть сегодня люди на выгодных условиях с дисконтом, да, либо с уровнем доходности от 53 до 500 раз могут в стандартном исполнении выбрать любой из пакетов. Как я говорил, по мере возможности, кто-то может быть 1% своего дохода может выделить ежемесячно, кто-то 3, кто-то 5. Никто здесь как бы не ставит каких-то рамок, ни из кого не вытягиваются деньги. То есть смотрите сами, как вы можете поступить. Мы создаем благоприятные условия для привлечения инвестиций. То есть абсолютно любой из вас может, не выходя из дома, имея интернет, имея устройство, которое позволяет выйти в интернет, стать совладельцами любого из пакетов акций, которые находятся у нас в разделе «Инвестировать» личного кабинета. Вот. Ну, важно, конечно, уметь немножко нажимать на кнопки. Вот. Либо иметь товарища, который вам рассказал о данной технологии, который вам все покажет, что и как. Если такого не окажется рядом, а вы захотите стать инвестором, у нас есть отдел информационной поддержки в Москве, в который вы с сайта, с личного кабинета можете даже нажать кнопку «Позвонить», и вам объяснят, что, как и почему можно сделать. В дальнейшем, конечно же, мы на себя берем обязательства и ставим такую задачу обеспечить максимальную прозрачность всему тому, что делаем мы, и чтобы вы сами понимали, какие действия делаете вы и к чему вас они приведут. То есть максимальная прозрачность всего действий и, скажем так, сообщений вам последних новостей развития самой технологии и компании Skyway Capital в частности. Опять же, реализацию проекта Skyway можно разбить условно на 4 части. Сегодня самое важное – это финансирование каждого отдельно взятого этапа. Я вам говорил, у нас их 15 в период с 2014 по 2017 год. Это строительство экотехнопарка на сегодня, самое важное, что есть, да, для реализации данной технологии. Дальше будут уже реализации адресных проектов, когда технология будет продемонстрирована, сертифицирована. Кстати, когда мы соберем необходимое количество средств, помимо краудинвестинга, то, что мы сегодня делаем, да, руководство нашей компании продолжает проводить переговоры с чиновниками различного уровня, с людьми мира бизнеса. И к нам, помимо денег, которые дают физические лица, да, может прийти большая сумма и от крупного инвестора. Соответственно, я вам говорил, нам нужна сумма порядка 300-500 миллионов долларов США. И вот если она будет собрана, там, например, в один день, то, возможно, будет принято решение на какое-то время приостановить движение по системе краудинвестинга, и те, кто успел купить пакеты, те успели, да? Вот. А те, кто не успел, будут ждать, когда мы будем уже реализовывать адресные проекты. Поэтому сегодня самое выгодное время и самое важное время для тех, кто еще не сделал этого шага. Успейте. Далее уже будет получение прибыли. Если кратко еще раз подвести итог по компании Skyway Capital, зарегистрирована в Великобритании, возможность стать инвестором есть для граждан любой страны, фактически любой страны мира. Важно, что приобретая пакет акций, вы становитесь инвестором непосредственно в корневую технологию, и через короткий промежуток времени ваши данные будут занесены в реестр основной компании.
Физические лица, юридические лица могут стать инвесторами в нашу технологию. И, по сути дела, у нас сегодня реализована круглосуточная техническая поддержка. Каждый из вас получает капитализацию. Вот в личном кабинете вы можете посмотреть на минимальном пакете от 5 с лишним тысяч процентов за 3-5 лет ближайшие. Да? В дальнейшем вы сможете получать пожизненные дивиденды от каждого построенного километра дорог. А сейчас уже можете создать свой собственный бизнес по нашей партнерской программе. На данном слайде вы видите те пакеты, которые можно назвать их традиционные либо обычные пакеты. Это информация из личного кабинета партнера. То есть вы можете приобрести стандартный пакет, например, за $15, как я говорил. Уровень его доходности 53 раза, либо дисконт это еще называется. На выходе это 795 акций. Таких пакетов вы можете, если будете успевать, купить несколько соответственно, у вас получится там, не 795, а может быть там, в 5-10 раз больше. Да? Может быть, у вас появится возможность, если вы будете зарабатывать деньги по партнерской программе, например, купить большие пакеты и в дальнейшем получить больший уровень дохода. Каждый последующий пакет стоит дороже, уровень доходности тех акций, которые в нем находятся, выше, и на выходе вы получаете большее количество акций. Максимальный пакет у нас стоит $150 000. Уровень его доходности либо дисконт 500 раз. То есть, если есть такие средства, вы можете приобрести сразу 75 миллионов акций. Это то, что есть в стандартном исполнении на сегодняшний день. Партнерская программа – это возможность получения и дохода и создания бизнеса сегодня. Для этого вам достаточно будет делиться информацией о нашем проекте. Вам даже не нужно быть, скажем так, человеком, который является работником транспортной отрасли и все знает о транспорте. Да? Вам не нужно быть экономистом, вам не нужно быть там, юристом или кем-то еще. Просто если вам нравится технология, если вы видите перспективу, да? Если вы видите, что здесь предоставляется возможность зарабатывать вам и другим людям, вы можете делиться с ними информацией. Если по вашей реферальной ссылке кто-то зарегистрируется, приобретет какой-либо из пакетов акций, соответственно, для вас начнет работать наша партнерская программа. Здесь основные преимущества перечислены. Более подробно по партнерке мы говорим по вторникам и пятницам. Завтра в 13 часов по Москве состоится как раз-таки вебинар, где будет рассказываться о партнерской программе. Поэтому, если вы еще до конца в ней не разобрались, либо вообще не были на подобных вебинарах, я вас приглашаю, мы завтра на эту тему поговорим. А здесь основные преимущества. То есть вы, проинвестировав незначительную сумму, $15, можете зарабатывать сотни и тысячи долларов США, там еженедельно, ежемесячно, все зависит от вашей активности. У нас есть 5 уровней карьеры. Если вы выполнили квалификацию какого-либо уровня, вам не нужно ее подтверждать, как это бывает в обычном мире. Да? Там разряды, категории, звания, должности. Периодически нам нужно свою квалификацию подтверждать в обычном даже мире, да? То есть там, в мире производства, в мире ну, какой-то другой деятельности, там, я не знаю, преподавателя категории. Да? То есть там раз в 3-5 лет им нужно подтверждать категорию, либо повышать ее. Чем выше, тем больше зарплата. Ну, так, по крайней мере, было раньше. Сейчас не знаю. У нас вы выполнили квалификацию, она за вами закрепляется навсегда, а на более высокую вы можете подняться. Ниже вы уже не упадете, то есть меньше вам проценты выплачивать не будут. Высокий процент выплат, по сути дела, от 0,2 до 18, потому что у нас буквально вчера-позавчера были приняты новые дополнения к маркетингу, была запущена возможность, если вы активно строите бизнес, развиваете первое поколение, даете информацию тем, кто идет за вами, у вас еще есть возможность зарабатывать дополнительные 3% к тем 15%, которые видите сейчас на слайде. Выплаты вознаграждения у нас идет до 20 уровня глубины, что тоже очень важно. Нет ограничений по количеству партнеров, которые вы можете пригласить следом за собой. И бонусное вознаграждение на сегодняшний день выплачивается как на бонусный счет, эти деньги вы можете выводить, либо купить на них акции, так и на акционные. С акционного вы можете только приобрести акции. Относитесь к этому как к подарку, к деньгам на акционном счете. Задача партнерской программы – это привлечение порядка $300 миллионов США за ближайшие 2 года. Это открытие региональных представительств, да, создание крупных региональных структур. В дальнейшем это создание адресных проектов, а в целом можно так, все это подытожить. Оптимизация бизнес-процессов для максимального количества привлечения инвестиций в наш проект сегодня. У нас есть инструменты для развития бизнеса по партнерской программе. Находятся они в личном кабинете в разделе «Инструменты партнера». Первый из них – это план вознаграждений, с которым вы можете ознакомиться, а внизу на каждой странице, будь то партнер, консультант, лидер, мастер, либо эксперт, вы можете себе скачать в формате PDF и текстовое описание этого маркетинга, да, и слайды с целью демонстрации этих слайдов на личных встречах кому бы то ни было, кто вас окружает, с кем вы делитесь информацией. То есть этот инструмент используйте, он будет хорошим подспорьем для вас. Реферальные ссылки – это то, благодаря чему начинает строиться ваша структура. То есть вы их можете давать своим знакомым, друзьям, тем людям, которые вас окружают в повседневной жизни посредством интернета, да, социальные сети, Skype, другие какие-то мессенджеры,
отправлять на электронную почту и так далее. Вот. Вы можете давать эти ссылки в интернете, потому что я знаю, многие люди периодически, как я говорю, топчутся в соцсетях, вот, и чтобы с пользой там проводить время, пожалуйста, давайте информацию о нашем проекте, и после этого люди могут по этим ссылкам за вами регистрироваться, приобретать пакет акций, вы будете зарабатывать денежные средства. Для продвинутых в интернет-бизнесе, в инфобизнесе есть раздел баннеров. Это HTML-код, вы видите в нижнем рисунке, который ставится на странице блогов, сайтов, у тех, у кого они есть, сайтов одностраничников, в группах в социальных сетях, либо на страницах в социальных сетях, там, где это позволительно. Размещается баннер того размера, который вы выберете, а тут их более 60. И кликая по этому баннеру, люди будут переходить на наш интернет-ресурс, либо официальный сайт, либо лендинг-партнеров. Ознакомившись с информацией, они могут нажать кнопку «Регистрация», и это будут ваши, опять же, реферальные партнеры. У нас есть раздел «События», и в нем есть раздел «Новости». Раздел «Новостей», который находится внутри личного кабинета, также можно отнести к инструментам, потому что напротив каждой новости вы видите, у нас есть кнопки «Соцсетей», нажимая на которые, вы можете писать краткий комментарий и нажать кнопочку «Разместить», там, да, либо «Отправить», и в данную соцсеть будет отправлена данная новость с прикрепленной вашей реферальной ссылкой. То есть действия людей, которые по этой ссылке перейдут, такие же, как и по баннеру и так далее. У нас есть обучающие мероприятия, которые тоже можно отнести к инструментам бизнеса. Одно из них вот сейчас, это презентация, на которую вы можете приглашать новых людей, они получат информацию, они, может быть, увидят, что есть что-то, в чем они еще до конца не разобрались, и может стать интересно, либо нет. Да? Если им станет интересно, они начнут задавать вопросы, и, возможно, это ваши потенциальные партнеры, потенциальные инвесторы. Вот у нас есть статистика, что в среднем с момента, скажем так, когда люди узнали о данной информации, да, до момента сделанного первого шага в плане покупки пакетов, где-то порядка 30 дней уходит. Но это нормально, потому что люди не все, скажем так, да, готовы прыгнуть головой в омут, не разобравшись ни в чем. И я вам желаю, чтобы люди, которые приходили за вами в вашу партнерскую структуру, либо становились инвесторами, это были именно те, кто разобрался в информации, да, а не те, кто ходил ошарашенно где-то по улице, вы его за руку схватили, подвели там киви, железному ящику, он всунул какие-то купюры, вы ничего ему не объяснив, зарегистрировали. Он также продолжает шариться по улице, да, вот, а он уже инвестор какой-то. Вдруг ему приходит письмо, и вдруг он проснулся, говорит, елки-палки, а куда я деньги вложил? Вот такого, чтобы не было, я вам рекомендую. Далее, у нас есть обучающие мероприятия по партнерской программе. У нас есть целая череда обучающих мероприятий каждую неделю, которые проводят лидеры, да, нашей компании, те люди, которые имеют огромный опыт построения партнерских структур, те люди, которые знают методы и способы построения этих структур, те люди, которые являются специалистами в направлении личностного роста и еще целого ряда направлений. На этих вебинарах более подробно рассказывается о технологии, например, Александр Мунко по воскресеньям и понедельникам. Да? На этих вебинарах подробнее рассказывается, что и как нужно сделать, чтобы люди вас заметили и вашу информацию, которую вы хотите донести. Поэтому рекомендую эти мероприятия посещать. Вот буквально через 14 минут вслед за мной в вебинарной комнате будет давать очень интересную и полезную информацию Владимир Маслов, да, человек, который является доктором экономических наук, человек, который увидел данную перспективу развития данного вида транспорта. И он работает в направлении адресных проектов и рассказывает о том, на что нужно обращать внимание тех людей, которым вы предлагаете технологию и дальнейшее использование, да, как это сделать. То есть я вам рекомендую эти вебинары посещать и знакомиться с этой информацией. Завтра у нас будет мероприятие, как я сказал, в 13 часов по партнерской программе. Вечером завтра Григорий Мирошниченко будет на кофе-брейке рассказывать, как просто, как интересно доносить людям информацию, чтобы им стало, скажем так, захотелось стать вашими партнерами. И в воскресенье на этой неделе будут семейные встречи, которые будет проводить Александр Мунко. Периодически в нашей компании проходят акции, и сейчас у нас есть несколько акционных пакетов, да, которые вы можете найти в разделе «Инвестировать». У нас есть пакет стоимостью $1000, который называется «Юбилейный», с уровнем доходности 300. Вы сразу можете себе приобрести 300 тысяч акций. Да, то есть это очень выгодные условия, и вам еще в подарок будет отправлен на тот адрес, на который, скажем так, вы укажете, юбилейная монета с изображением нулевого километра дороги Skyway в Минской области. Вот. У нас есть пакеты, которые вы можете приобретать в рассрочку. Помните, я говорю про новый инвестиционный инструмент. То есть вы можете купить в рассрочку пакеты, скажем так, стоимостью $25 ежемесячно, что на выходе вам даст 32,5 тысячи акций. Это выгодно, удобно. Вы можете покупать в рассрочку по $100, оплачивать ежемесячно, и за 10 месяцев вы заплатите $1000, и на выходе у вас будет 220 тысяч акций, то есть дисконт в направлении в этом движении по рассрочке 220. У нас есть рассрочка на 6 месяцев, состоящая из трех блоков, называемая «Сеньор», и на выходе у вас будет, скажем так, 65 тысяч акций, а дисконт в этом направлении средний порядка 215 раз, да,
И у нас есть рассрочка на 9 месяцев, где вы оплачиваете по $200. На выходе у вас будет 450 тысяч акций плюс еще 90 на премиальный счет. То есть 540 тысяч акций. Дисконт там 300 фактически. Используйте данную возможность. Если вы даете информацию людям, они двигаются по рассрочке, то вот те 3%, про которые я говорил, вы тоже будете получать, потому что будет большое количество людей, двигающихся за вами в том же направлении. В разделе «События» у нас есть пункт расписания вебинаров. Да? Теперь, скажем так, то, что иногда мы слышали от инвесторов, а вот мы не знали, когда проходят вебинары, вот нам рассылка не доходит, мы там случайно галочку убрали, и нам теперь вообще ничего не приходит, мы сидим, как скажем так, в погребе, ничего не знаем. Да? Пожалуйста, заходите в личный кабинет, раздел «События», расписание вебинаров, и там написано, когда, какого числа и во сколько будут вебинары. Ссылки можете найти в группе ВКонтакте. Это тоже инструмент, кстати. Есть возможность обращения в техподдержку как со страницы сайта, так и из личного кабинета. Кликайте на панельки внизу экрана с правой стороны и пишите те вопросы, которые у вас возникли. Специалисты технической поддержки вам быстро ответят. Также у нас есть возможность стать нашим региональным лидером, региональным партнером. Как правило, для этих людей у нас есть отдельная информация по вторникам. А это еще третья возможность получения дохода в нашем бизнесе, то есть готовый бизнес под ключ, вы будете получать дополнительные лидерские бонусы, вы будете лидером региональной структуры. Вот. Возможно, это вам даст шанс, скажем так, бесплатно путешествовать на крупные мероприятия нашей компании, а возможно, просто бесплатно путешествовать, потому что лидеры, которые развивают крупные партнерские структуры, у них будут лидерские бонусы не только выражены в деньгах. Ну и, конечно же, у лидеров будет профессиональная команда поддержки в течение 24 часов в сутки, на протяжении, скажем так, тех лет, которые мы работаем. В итоге все, что я рассказал, это возможность для каждого из вас стать частью крупного инвестиционно-инновационного проекта. Вот. Приложить свои физические усилия, моральные, духовные, да, финансы свои вложить и приумножить их. То есть выбирайте, делайте правильный выбор. На данном слайде вы видите координаты, по которым можете обращаться к нам сюда, в Москву. С удовольствием общаемся с нашими инвесторами и партнерами. Никогда ни от кого не закрываемся. Ну, а у меня все. Если у вас нет никаких вопросов, я вам предлагаю сегодня дружно, вот так, в том количестве, в котором вы находитесь, как мы говорим, с троем, да, колонны по три, с песней, перейти в вебинарную комнату на 19 часов, где будет рассказывать об адресных проектах, будет интересно, будет динамично все, поэтому Владимир Маслов вам сегодня еще расскажет много интересного. А у меня сегодня все. Как была когда-то передача «Музабос», помните, да? А на сегодня больше новостей у нас нет. Там, правда, мужик в очках сидел. Если он очки снимает, у него глаза белые. У меня вроде серо-голубые. Спасибо вам большое за внимание. Здоровья, любви и денег. До новых встреч. Завтра у нас 13 часов будет партнерская программа. Приходите сами, приглашайте ваших друзей, знакомых, партнеров, которые зарегистрировались, но еще не понимают, как здесь зарабатывать и вообще какие проценты у нас здесь платят. Хорошего вам вечера. До новых встреч в эфире. До свидания.